Здравствуйте. Мы находимся на прямой трансляции инаугурации президента Трампа. Наша страна возлагает огромные надежды на этого президента, и мы считаем, что русский мир может восстановиться именно во время его правления. Мы надеемся, что президент Трамп обратит намного больше внимания на внутренние проблемы США, чем предыдущие президенты, и оставит весь мир в покое. Сейчас мы поговорим с гостями этого мероприятия. Здравствуй, Машенька. Расскажи, пожалуйста, про то, что здесь происходит и почему мы стоим на фоне этого прекрасного портрета. Это задумка авторства арт-группы «Белая звезда». Я представляю арт-группу «Белая звезда». Прежде всего, это не только произведение искусства, а это концепция, политическая концепция, которую Путин заявил еще в 2007 году на Мюнхенской конференции о той идее, что мир, в принципе, больше не однополярен, мир стал многополярным, и дальнейшее развитие отношений между странами, мирное развитие, возможно, только в условиях многополярного мира. Мы видим то, что эта работа сама за себя говорит, потому что здесь мы, если посмотрим на лидеров стран, то они все равны между собой, здесь нет какого-то главного лица, именно поэтому эту конфигурацию можно менять, кого угодно ставить в центр, это не важно. Сегодня здесь собрались ведущие эксперты, политики, общественные деятели, политтехнологи, которые так или иначе интересуются международной повесткой, которая отслеживает американские выборы, которым не безразлично дальнейшее отношение между Россией и Соединенными Штатами. Сегодня также в рамках мероприятия презентация книги Кирилла Бенедиктова «Черный лебедь». Это наиболее полная политическая биография Дональда Трампа, написанная на русском языке. Вот, в принципе, в рамках... Сейчас мы видим на заднем фоне идет трансляция, инаугурация. А скажи, пожалуйста, Маш, вот ты с этой картиной, как я понимаю, выступала на пресс-конференции президента. Что ты имела в виду, когда ты принесла с собой эту картину? На самом деле, я хотела задать, во-первых, ретранслировать нашу идею, эту политическую концепцию, потому что понятно, что в зале было огромное количество журналистов, в том числе и иностранных медиа. Этот триптих, наверное, уже известен каждому изданию, потому что все мировые топовые средства массовой информации его уже неоднократно публиковали. Я хотела задать президенту вопрос, как бы он прокомментировал слова кандидата в президенты Франции, самого популярного политика Франции Марин Ле Пен, о том, что теперь после избрания Трампа и скорейшей победы Марин Ле Пен на французских выборах, теперь о глобальной безопасности можно будет достичь путем союза России, США и Франции. Хотела, чтобы президент прокомментировал. И что же получилось? У тебя просто не хватило времени для твоего вопроса или же президент проигнорировал? Я думаю, вопрос был бы лишним, потому что, я опять повторюсь, этот триптих, он самодостаточный, и он говорит сам за себя. Скажи, пожалуйста, Маш, ты баллотировалась в Думу. А вот на будущие выборы ты собираешься, опять же, пройти такую же кампанию, и каким образом ты будешь ее готовить? Следующие выборы через 5 лет, если все будет в порядке, если все будет хорошо. Для меня это был полезный опыт, с учетом того, что я не потратила денег совершенно на свою кампанию. Я получила очень хороший результат, для меня это показательно. Я получила новый опыт, и в дальнейшем, мне сложно загадывать. Я бы хотела пожелать тебе, чтобы в конечном итоге на этой картине было 4 человека, и 4-м человеком была бы ты. Спасибо, Настя, большое, но это слишком.